Простой рецепт, но очень вкусно. В миску разбейте 3 яйца. Добавьте молоко и соль. И все это хорошо взбивайте несколько минут. Затем добавьте немного муки и также хорошо перемешайте. В получившейся массе добавьте колбасу, нарезанную на кубики, и также перемешайте. Получившуюся массу отправляем на сковороду и обжариваем с двух сторон по 5-7 минут до образования золотистой корочки. Затем добавляем сыр и складываем нашу лепешку пополам. Приятного аппетита!